Достойно представлять свою страну на международных соревнованиях – главная цель юного танцора Фарида Казакова. В этом году он стал одним из обладателей премии «Азербайджанки Анжелики Дуляри». Она вручается талантливым представителям молодежи, проявивших себя в различных сферах. Между тем, танцор продолжает выступать с различными инициативами, мотивирует людей к творчеству. Она проходила до этого времени в Турции, а уже сейчас Азербайджан тоже стал проводить эту премию. Когда уже перед самым началом моего проекта мне позвонили и сказали, что я получил эту премию как самый профессиональный молодой танцор Азербайджана, это было для меня просто несказанная радость. Тем временем Фарид Казаков продолжает осуществлять свой проект «Создай себя сам», который призывает всех к творчеству. Помимо выступлений и самосовершенствования, молодой человек активно занимается и педагогической деятельностью, как в родном Баку, так и в Москве. Этот проект проходил уже несколько раз в Москве, также по городам России я его возил и представлял. И он, конечно же, направлен на то, чтобы дать каждому ребенку и каждому человеку, желающему начать заниматься нашим видом деятельности, шанс. Несмотря на юный возраст, Фарид Казаков уже успел принять участие во многих международных и республиканских конкурсах. Впереди, уверен танцор, еще много успехов. Представлять свою родину для него всегда большая гордость. Эсмира Алиева, Наиб Гаджиев, CBC.